Итак, здравствуйте. Сегодня мы с вами находимся в Лазаревской с северной стороны. Когда вы приезжаете в Лазаревскую, то здесь улица Лазарева и улица Победы разъединяются. Это Лазаревская северной стороны. Мы с вами будем сейчас на ближайший пляж. Сейчас мы только найдем проход, чтобы выйти на ближайший пляж, который встретится вам сразу при въезде в Лазаревскую. Вот непосредственно адрес: улица Победы, 298. Где тут ближайший пешеходный переход, вы знаете? Пешеходного перехода нету. Даже не видно ближайшие знаки обозначения. Будем спокойно переходить, не создавая никакую аварийную обстановку. Какая-то здесь река течет, но название ее не знаю. Вот Победа 300, и тут сразу у нас течет река. Предлагают экскурсии. Вот мы перешли улица Победы, улица Лазарева. И сейчас мы с вами выходим на ближайший пляж. Сейчас мы с вами выйдем и все сами увидим своими глазами, какой пляж в Лазаревской с северной стороны. Шелковица падает под ногами. У нас наверху большое дерево шелковицы. Все в черной шелковице. Ягода такая, не отмывается с одежды. Оп, река течет. И мы попадаем на пляж в Лазаревской северной стороны. Плюс то, что не нужно переходить железную дорогу, потому что... Почему? Потому что мост под железнодорожными путями. Итак, смотрим на пляж в Лазаревской с северной стороны. Очень опасный пляж. Опа-на! Тык-тык-тык! И, как вы сами видите, пляжа здесь нет. Там чуть дальше даже люди купаются. Там дальше у нас пляж Фламинго. Дальше у нас, после кафе, там начинается у нас пляж Дельфин, а именно с северной стороны. Вот такой пляж, как вы сейчас видите. Попробую вам сделать здесь аэросъемочку, долететь до Фламинго и назад. Сейчас будет еще аэросъемочка, и мы с вами попадем на пляж Дельфин. Сейчас музыкальная пауза. Thank you.
Так, сейчас была небольшая музыкальная пауза. Какие реально пляжи в Лазаревской с северной стороны. Там вы видели непосредственно пляж Фламинго. И мы попытаемся по этому великолепному пляжу в Лазаревской прийти на пляж Дельфин с северной стороны. Ну так, как вам сказать, иногда периодически шторм сюда намывает песочек. Иногда даже бывает, что метра 2-3 здесь появляется небольшой пляж вот этих бун. И, ну, это бывает очень редко, но в основном вот такая вот ситуация. Если вы хотите увидеть полный обзор всех пляжей в Лазаревской в 2020 году, я от этого места, где улица Победа с Лазаревской разъединяются, сделал обзор всех пляжей там, до того места, где пляж Багратион, где улица Победа и Лазарева опять соединяются. Сейчас мы с вами пройдем на пляж Дельфин. Он в Лазаревском один из самых широких, ну, практически. Инфраструктура хорошая, кафешки более или менее уютные в Лазаревской на пляже, на пляж Дельфин. Но чтобы дойти, ну как бы там есть, если вы придете непосредственно там с улицы Лазарева, есть несколько выходов нормальных на пляж Дельфин. А сейчас мы идем, просто вышли на самом ближайшем выходе, который, где улица Победа и Лазарева разъединяются. Мы идем по этому выходу, вышли на пляж и идем прямо по пляжу, чтобы вы увидели, как есть реально. Вот, хорошо, вода. Вода сегодня самая чистая, какая могла быть за все лето. Тут с начала лета. Сегодня у нас какое число? 26 июня. Сегодня самое чистое море за сезон 2021 года. Итак, вот потихоньку появляется небольшой пляж, вы видите. Пляж Дельфин, начинается вывеска «Пляж Дельфин». Люди спускаются уже с этими, с матрасами. Вот иногда насыпает стойка пляжа вдоль всего побережья, но это бывает очень редко, но и также штормом этот пляж смывает. Сейчас нам вот за этим кафе, которое впереди, мы с вами выйдем на ближайший нормальный пляж Дельфин. Хотя это тоже считается пляжем Дельфин. Вывеска «Пляж Дельфин» есть. Есть также несколько организованных выходов. Если там есть ступеньки, значит и через железнодорожные пути тоже организован проход на пляж Дельфин. Ага, сейчас мы тут немножко поблуждаем, посмотрим, как нам пройти. Или пройти со стороны берега и чуть-чуть намочить ноги, либо пройти через вот такие вот катакомбы. Видно, канализация у кого-то спускается прям с кафе. Видно вот такие трубы, и что-то течет через канализационные трубы. Мы выбираем выйти по пляжу. Недолго мы думали. Вода-то оттуда течет, неизвестного нам происхождения. И вот такое вот кафе построили прям на берегу. Берег съел часть пляжа, кафе, не кафе. Там пол, вы видите, не везде есть пол. Ух, становится у нас тепло. Сегодня у нас ночью прошел небольшой дождик. Утром у нас, ну не ночью, а ближе к утру прошел дождик. Вода вчера у нас, мы замеряли в поселке Чимитаквадже, было 23 градуса тепла. И сейчас мы видим, вышли на реально хороший пляж Дельфин. И чем ближе к концу пляжа Дельфин, там, где он соединяется с пляжем Свирский, там он набирает свою самую большую широкую часть. И мы сейчас пройдемся, сейчас пока пройдемся по специальным настилам, которыми оборудованы все центральные пляжи в Лазаревской. Оборудованы специальными деревянными настилами вдоль пляжа. И мы с вами выйдем на... куда? Вдоль берега. Сейчас обойдем эту желтую горку и пойдем вдоль берега, чтобы реально видели, сколько людей загорает, сколько людей купается. Так, тут даже есть, на пляже есть туалет. Желтая такая конструкция, сколько людей загорает на шезлонгах. Полежать на шезлонгах — это у нас платное удовольствие. Полежать на своем полотенце пока у нас бесплатно. В Сочи на центральном пляже шезлонг на пляже Пульман стоит 1000 рублей, а снять беседку в Сочи на пляже Пульман стоит около 6000 рублей в день. Также на пляже вам
предложат сделать массаж великолепный. Звенит звонок. Есть хороший переход на пляж. Звенит звонок, то, что может быть скоро поедет поезд. Нужно внимательно смотреть по сторонам, когда переходите железную дорогу. Мотоциклисты катаются, музыка играет, я не знаю. Люди такие у нас музыкальные вообще на пляже. Бананы здесь у нас дают. Можете покататься на банане, но не особо, нету большой очереди. Зона отчуждения, вы видите, вот где такие натянуты, такие вот буйки. Это зона отчуждения, где выезжает водный транспорт. Опять так стоит, чтобы нельзя ни пройти, ни намокнуть. Водный транспорт выезжает. Здесь у нас не купаются, здесь у нас не лежат, потому что здесь специально для бананов и разных водных скутеров, лодок, парашютов. Здесь это выезжают. Опять мы сейчас с вами попытаемся пройти вдоль пляжа, чтобы увидели реально ширину пляжа, сколько людей 26 июня загорает. Вода чистая, но видно, поднимается небольшая пена, когда гироскутеры проезжают, они немножко воду пенят, и пена появляется прямо на самом море. Но видно, что вода у нас чистая, хорошая. Итак, идем вдоль пляжа. Температура воды вчера у нас была 23 градуса тепла. Количество людей потихоньку увеличивается. Но также хочу сказать, что сегодня утром был дождь. Дождик небольшой прошел. И много людей уехало на экскурсию в Сочи или пошли плавать в аквапарк. В Алазовске есть два аквапарка. Аквапарк Наутилус и аквапарк Морская Звезда. Наутилус находится с южной стороны, там, где заправка Роснефть. И аквапарк Морская Звезда находится рядом с дельфинарием и рядом с Макдональдсом, недалеко от железнодорожного вокзала Лазаревская. Также дальше продолжаются такие есть массажные беседки, где вам предложат массаж. Визуально сейчас людей сколько? 2 часа 10 минут. Людей на пляже не очень много. Какая-то проволока, голуби летают. Парашютисты у нас приземляются на пляж. Какой-то мини-закуток для детей. Может быть, здесь отдыхать какой-то детский лагерь. Мини такой закуток. И очень сейчас очень популярно. Не видел так часто, чтобы вот эти желтые горки. Раньше я не видел, чтобы можно было прямо с желтой горки спуститься было на пляж. Так, пролетать на парашюте будет стоить в районе 3-4 тысяч рублей. Поднимает на высоту около 100 метров, ну 100-150 метров над уровнем моря. Все это делается аккуратненько. Вы с яхты взлетаете, с катера взлетаете, на катер вы приземляетесь. Ух, жара жарит. Прям реально самый обед. И ближе к началу, чем мы ближе идем к центру, тем реально становится больше людей. Прям видно, что людей на пляже увеличивается. Завтра мы будем с вами, в воскресенье, мы замеряем температуру моря в прямом эфире в поселке Чимитаквадзе, потому что прямой эфир не особо удобно вести в Лазаревском. Тут сотовые антенны у нас перегружены, не выдают хороший трафик интернета, чтобы напрямую вещать, видеотрансляцию в интернет. А в Чимитаквадзе чистый, хороший, большие пляжи, особо сотовой связи, сотовые сети, МТС вообще не перегружено, можно без проблем вещать качество, в HD-качестве, прямой эфир. И сейчас мы скоро, буквально через минут 5 подойдем к концу пляжа и увидим с вами опять пляж Свирский, который намного хуже, чем пляж Дельфина. Здесь пляж Дельфин набирает свою самую большую такую ширину. Видно, что он намного стал шире, чем когда мы выходили с пляжа с северной стороны. Дельфин тоже есть несколько выходов. Но людей гораздо меньше, чем было до этого. Но пляж Дельфин у нас относительно центра находится, относительно железнодорожного вокзала, находится около 2 километра северней стороны. В основном, если все люди едут, то они и живут в центре Лазаревского, и живут они, и выходят на центральный пляж. От пляжа Гренада до пляжа Багратион, там основная масса людей отдыхает. Вот видно опять у нас зона отчуждения, где катамараны, всякие плюшки, бананы. Опять расположены здесь у нас. Люди в этой зоне отчуждения не загорают, не купаются. Здесь официально, ну как бы, выезд водного транспорта, чтобы никто никого не сбил, не наехал. Специально предусмотрена зона отчуждения.
И сейчас мы с вами пройдем, ну уже до конца осталось совсем немножко, около 100 метров, и мы с вами пройдем весь пляж Дельфин, вот с северной до южной стороны, который соединяется с пляжем Свирский, переграждает его река Свирская. Заодно сейчас мы с вами увидим, какие бывают пляжи разных, какие разные пляжи в Лазаревске у нас бывают. Кафешки с левой стороны уже все начали работать. Как-то мы проходили с вами недельки две назад. Кафешки только начинали оборудоваться. Сейчас уже все уже работает. Уже все красиво, нарядно. И мы буквально уже скоро вот-вот дойдем. Очень модно. Лазаревск, вы видите, выносят у нас сапсерфинг в районе. 500-600 рублей было в том году сапсерфинг. Вот паренек сразу так очень резво запрыгнул, сел на него, совсем не намокнув. Можно сидя гребсти, можно стоя гребсти. Очень такое развлечение. Доски, вы сами знаете, что от 20 тысяч рублей можно купить себе новую такую сап-доску. Но если вы не хотите постоянно ее с собой таскать на море, с моря, можете в аренду взять себе сап-доску в районе, ну не знаю, цены 500-600 рублей. Это было в том году. Сколько в этом году, пока я цену на сап-серфинг не знаю. Но вы за лето, вот на неделю, если приедете, 3-4 раза покатаетесь, то, потому что желательно нужно полный штиль, чтобы на ней комфортно кататься. Если будет шторм, то вообще нет смысла привозить с собой саб-доску на пляж. И мы уже практически прошли весь пляж Дельфин. Люди к началу пляжа, как бы их на горизонт, когда смотришь, прям их тут много, а когда так вот они все распространяются по всей ширине пляжа, то их как бы и не так много, как могло бы быть. Заодно мы узнаем, что у нас будет в июне, май, июнь, в июле месяце Кондратьев ввел нам ограничение, что все приезжали только с тестами, которые сделаны 72 часов до приезда на юга, чтобы пансионаты, санатории, гостиницы принимали гостей только с тестами, с отрицательными тестами на коронавирус. И также с 1 августа, чтобы принимали только с у кого, кто сделал себе вакцину против, ну, кто вакцинировался двумя стадиями от коронавируса. Если у вас, вы сделали хотя бы одну прививку, то вам все равно нужно делать дополнительно тест, что у вас есть антитела от коронавируса. Трактор Volvo у нас работает. Volvo на пляже, что-то он там сейчас делает, мы узнаем. Сейчас мы с вами выйдем на такую конструкцию из тетраподов. Тетраподов здесь огородили. Если бы не сделали вот эту конструкцию впереди из тетраподов, то пляж бы, Дельфин был бы такой же ширины, как и пляж Свирский, который вы сейчас увидите. Опа-на! Мы прошли весь пляж Дельфин и видим впереди пляж Свирский. Вот такая вот прям большая, грандиозная разница. Смотрим пляж Свирский, с какой ширины, сколько людей там реально отдыхает. И пляж Дельфин, сколько реально отдыхает. Мы прошли там, где желтые горки спускаются в море, от дальнего кафе. Немножко там полетали, пока посмотрели пляж Фламинго, которого у нас нету. О, что-то трактор Volvo тут у нас раскапывает грандиозную конструкцию. Подписываемся на канал, ставим лайк. Если вам нравятся такие обзоры, то пишите в комментарии: Андрей, сделай, пожалуйста, обзор от такого-то адреса до ближайшего пляжа. С удовольствием сделаю вам такой обзор. Подписываемся на канал, ставим лайк, делимся в социальных сетях этим видео обязательно. До новых встреч, подписываемся на канал. Пока!